Ребят, что у вас ассоциируется со словом Сибирь? Вот. С рекой Енисей, с горами Саяна. Вот. Наверное, снег, наверное, пустота, да, наверное, хладрыга. Я сейчас на Енисее, да, вот с той стороны река. Вот. Если мы повернем чуть-чуть в сторону, да, вот, смотрите. Это абрикосы. Классно, да? Это Сибирь, ребят. Вот. Я нахожусь в гостях вот, у Железова Валерия Константиновича. Вот. Удивительный человек. Ну, я как сказочник, поэтому мне, наверное, по жизни много встречается волшебников. Вот. Вот он один из таких волшебников, который вырастил как раз вот в Сибири, да, на реке Енисей. Вот такой вот прекрасный сад. Вот. Если даже в другую сторону повернуться, да, то есть вот, смотрите, вот опять растут, вот, и там то же самое, то есть здесь целый огромный сад, вот, вот мы сейчас уже почти час ходили по нему, вот, я много чему удивился, на самом деле, вот. И очень рад, что у нас в России, вот, есть очень много людей, которые действительно волшебники, которые творят просто вот реальные чудеса, вот. Когда здесь вот растут персики, которые не замерзают при 40 градусах мороза, вот, но это, наверное, тоже чудо. Вот такие вот у нас есть люди. Добрый день. Хотим вам показать богатство сибирской земли. Никто не может предположить, что в Сибири такое может быть. Хотя у нас есть все, и то, чего нет нигде, есть в Сибири. У нас есть и абрикосы, и шелковица, и яблоки, и груши. И даже наше место называется абрикосовым раем. Это уникальное место в излучине реки на склонах гор, где растут совершенно уникальные сорта. И мы можем вас научить, как это можно перенести в любую точку земного шара. На Северный полюс. Я думаю, со временем можно и туда. Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего уважаемого Михаила Александровича. Вот, я надеюсь, что кто из вас дачник, а кто будет дачником, я все к тому же. Я сейчас с вами разговариваю не как заслуженный металлург, а как садовод. Вот, поэтому все мои мысли о том, чтобы вся Россия покрылась садами. А тут так получилось, что сам Лепешкин приехал в гости. Вот, я узнал об этом. А для нас это честь, такого уровня, люди такого штучного, и такие изделия редко попадаются. Вот, поэтому я был, не удержался, пригласил в свой сад, угощал его сейчас черешнями, угощал вкуснятина абрикосами, вот, и вишнями. И неожиданно для себя узнал, что могу и с вами поздороваться. И теперь получается так, у нас особый регион. С какого-то момента мы стали вот этот кусочек Сибири, который называется Саяногорские окрестности, плюс кусочек Шушенского района, стал самым передовым в плане садоводства, выращивания яблони, груши, абрикосы, сливы, вишни. Самое отчаянное – это еще черешни и персики. Так. И доказав, что если это в моем регионе, вот здесь, в окрестности Саяногорска, и противоположный берег Енисея, если это возможно здесь, вы тут зимой не бывали почти никто, и вы не знаете, что такое жуткая картина бывает, вот, то для всей остальной России, для средней полосы России, даже для юга России, даже для Белоруссии, ну, само собой, Дальний Восток России, Калининградская область, мы послужим примером. Примером для того, чтобы везде расти такие сады. Есть какие-то хитрости, тонкости. Для этого существуют и книги, для этого существуют фильмы, мой сайт существует, сайт Садовода Железова, так и называется. Вот. И все это направлено на то, что если уже здесь получилось, то, наверное, получится и почти везде. А хитрости в том, близко к грунтовой воде, ничего, мы абрикосы привем на сливу, на тернатый, на сливу, на вишню.
Вот, и там будут расти. Страшные эти самые морозы, уже есть сорта, которые выдерживают за 40 градусов. Пусть не самые роскошные, но абрикосы, пусть и самые роскошные, но китайские сливы могут расти чуть ли не при поляре. Вот, таким образом. Ранетки, полукультурки вообще должны быть не только на крайнем севере, то есть не так, не только на приполярных округах, а даже, даже на самых южных, потому что у них этих же самых витаминов, этих же самых ценнейших веществ больше, чем в роскошных яблоках. Иногда их даже эти роскошные яблоки, они вкусные, все, но пустышки не пустышки, но не иметь в саду ранетку, полукультурку, считайте, что это, не иметь курицу, которая несет золотые яйца, здоровье детям. Вот на этом акцент делаю. То есть в саду должны быть роскошные сорта, скромные сорта. Вот. Сорта с кислинкой, это потому что абсолютное большинство людей. У меня дегустацию прошли, Александрович, сотни людей. Если за все годы, то несколько тысяч. Вот так же ходили. Вот. Как получилось так, что я люблю все сладкое, а большинство людей говорят, нам абрикос с кислинкой, нам яблоко с кислинкой. Но единственное, груши никто кислинку не требует. Сильно они вкусные. Я медведь, вот. Я тоже люблю сладкое. Поэтому с вами похоже. Большинство с кислинкой. Вот. А у нас вчерашний день мы начинали с кислинки. Вот. Что случилось это? Вот. Как получилось, что один единственный пример, не знаю, это интересно всем будет, нет? Мы начинали как? У нас ведро Папировки, белого налива, Антоновки, уже были Антоновки здесь, так? Вот. Даже Апорта Алматинского ведро стоило столько, сколько стоил килограмм импортных яблок, только что они импортно чуть-чуть покрасивше. Помните же эти самые голдены? Вот. Ведро против килограмма, цена одинаковая. Прошли годы. Это должно теперь во всей стране быть. Итак, возле Абакана есть так называемый пятачок. На этом пятачке, а вчера подтвердили два профессора этого Сибирского университета. Вот. Ему на пятачке, а то первый раз мне сообщили об этом лет 7 назад. А последний раз это было вчера. Я вам письмо присылал, Лена Александровна. Вот. Что проезжал мимо, ему сказали, что есть там такой себе. Вот, и он узнал мой адрес и так далее, собирается в гости. Так вот, дошло до того, и это я еще в Абакане ловил за руку. Подходишь, абрикосы разнокалиберные. Откуда? С Майна, согласен. Ровненькие, калиброванные. Ну, импорт стопроцентный. То есть, Средняя Азия. Смотрит в глаза и говорит, тоже с Майна? Да. Пока не спросишь адреса. Вот этот момент. И получилось так, что когда они запомнили одно. Хозяйство Железовского. Вот он сидит, Железовский. Вот. Это значит, что теперь это бренд. Теперь, чтобы продать, они прекрасные, крупные, вкусные, сладкие. Те же самые абрикосы, те же самые сливы, те же самые яблони, груши. Вот, там ящиками. Чтобы можно продать, они теперь, они теперь называют нашим сибирскими. Здесь надо сказать, что Майна – это недалеко отсюда поселение, поэтому все эти торговцы прикрываются тем, что это местные, вот, то есть, значит, лучше. Значит, иначе бы нельзя, то есть лучше берут, не купят. Если скажут, что местные. А в чем принципиальная разница? Все эти годы, и я в том числе, я сотни раз говорю, отравите детей. Я говорил, президент, премьер-министр, все министры, все едят отраву. Где же им взять-то? Вот этот сад, Елена Александровна, сколько лет вместе? Этот сад. Ты грамульку отравы видела? Кроме того, что питомник это вот такое количество, на год хватает несколько миллилитров, да. Чтобы питомник опрыскать. Вот. На абрикосах или нет? А взрослые деревья никогда не обрабатываются? Вообще никогда ничем, никогда. Урожай, вон, понизился. Вот. Вот это интересно чем. Деревья выросли, да? А несколько лет назад приезжало телевидение с Красноярска, и мы сидим тут. Ну, угощаю там, ну, понятно, чаем, а не то, что вы подумали. И вот я их угощаю чаем, на закуску вот эти ветки свешивали сюда, прям под крышу. И представляете, это была моя мечта с тех пор, когда я посмотрел Ширли-Мырли этот
фильм-то, помните, там этот самый пьяница-миллионер пил, ну, наверное, коньяк. И тут же протягиваю руку, сидя в беседке, отрывая плод. Mm. И я подумал, мы не хуже. И вот здесь вот, с этой стороны, с этой, вот видите, вот эти, они выросли и вылезли туда, а они-то сюда съешивались. И вот это и было шик особый, что мы не хуже тех миллионеров, которые снимали-то Майами, а мы здесь можем такое. Вот это, ну я разговорился, ну такой характер, что я сделал. Вот. Так это хорошо. А примеров таких много. И вот сейчас два профессора ко мне приедут, я буду также водить по саду. Вот, Сибирский институт, университет. Вот, ну пока вот, знаменитости пока было двое. Это вы, Михаил Александрович, и Курдюмов. Вот, это тоже уровень высокий. Благодарю. Спасибо, это я благодарю за внимание ко мне.